Ну, в общем, девчонки, проверила я эти нитки со светоотражающим эффектом, как их будет шить машинка. Нитки очень тонкие, ужасно тонкие. Бобина здоровенная, здесь ниток очень много. Светоотражающий эффект тут прекрасный, замечательный. Но чтобы шить на обычной бытовой машинке, пришлось перемотать эти нитки вот, опять же, на деревянную катушечку, купленную на Алике. Вот. Нормально все перемоталось, намоталось. Моталось через шпульку, приклеенную на китайские сопли. Я уже показывала, как этот способ работает на обычных бытовых швейных машинках. Я могу сказать, что первый раз, когда заправила эти нитки, так как они тонкие, у меня там дело не пошло очень сильно. Там и пропуски были, там еще у меня был другой образец, я его уже выкинула. Дело в том, что нужно было просто всего лишь навсего натяжение верхней нити увеличить. То есть у меня стояло на стандарте на четверочке, на восьмерку поставила, и дело пошло. Так что вот так вот ниточки зачетные. А вот таких вот полосочек можно наделать на одежде. И вот буквально сейчас дочки на капюшон приделали такие вот, прошила таким швом. Теперь капюшон со светоотражающим эффектом. Прикольно. Так что дерзайте.